в 7 часов электричка из Москвы. Значит, сейчас можете в секретариат подойти, мы вас запишем, кому нужно организованно выехать, где-то часов на 5. В зависимости от количества людей будет вид транспорта. Или легковыми машинами будет вас подвозить, или газелью. Поэтому сейчас подойдите, кому нужно выезд, запишите. Так ты знаешь, как кафе твое называется? А? Как твое кафе называется? Здесь догадываюсь, о чем я хочу спросить. Да, догадываюсь.